Фотографии как давно делали? Больше года. Больше года. Хорошо, значит, вы сегодня сейчас все пройдете. Сначала будет общий анализ крови, затем ЭКГ и флюорография. Проверить работу сердца, измерить давление, сделать флюорографию и пройти осмотры профильных специалистов химчане смогли в рамках единого дня диспансеризации, который прошел 15 июня. Такие дни проводят два раза в месяц. Диспансеризация – это важное медицинское обследование, которое позволяет комплексно оценить состояние здоровья человека. Вообще цель диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний, в том числе онкологических заболеваний. У нас сегодня работает и забор, пункт забора крови, и ЭКГ с флюорографией, маммография работает, гинеколог ведет прием для женщин. На заключительном приеме у врача-терапевта пациент получает всю необходимую информацию по своим результатам. Химчане могут проверить свое здоровье в большинстве поликлиник. Записаться на диспансеризацию можно через единый номер 122 на портале госуслуги или лично в регистратуре медицинского учреждения. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.